А теперь выключаю свет. Смотрите, он светится таким янтарным светом, как будто, я не знаю, какая-то лава. Ребята, в конце этого видео я расскажу, как выиграть цветной неокуб с сайта GearBest. Китайцы задолбали отправлять посылки, товаров становится все больше и больше. Поэтому я решил отдавать товары своим подписчикам, но подписчики разбирали их неохотно. Теперь я даю товар и в придачу еще 500 рублей. Ребят, заходите на канал Fortit TV, там вас ждут приятные подарки, а также хорошая подача информации о китайских товарах. Все коротко, быстро, понятно. Ссылка на канал в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Алекс Бойко, и сегодня у меня в обзоре хендгам, или жвачка для рук. Мне прислали его из магазина yoyo.ua, из того же магазина, что и большие шары Nano Dots, магнитные шары, которые были у меня в прошлом видео. И это не китайский пластилин, а американский, по крайней мере так написано у них на сайте. Ссылку на магазин я оставлю в описании, там же будет купон на скидку 10% на любой товар в этом магазине. Кстати, эту штуку называют еще умный пластилин. Вот в такой вот он упаковочке. Смотрите, как он растекся. Почему же он умный? Почему же его так называют? Да потому что это вещество, которое имеет одновременно свойства, которые присущи как жидкому, так и твердому веществу. Если его медленно тянуть, посмотрите, он растягивается. Растягивается так вот приятно. Реально как жвачка, похоже на жвачку. Но стоит его дернуть резко. Сейчас я вам попробую это продемонстрировать. Оп! Смотрите, он рвется. Еще раз. Оп. Рвется, он рвется, как будто он и не собирался тянуться. Представляете, как прикольно? То есть, чем сильнее вы на него воздействуете, тем он становится тверже и ведет себя как твердое вещество. Он тупо рвется. Видите? Прикольно, прикольная штука. То есть, если вы, допустим, его кладете на стол и медленно вдавливаете пальцем, то он продавливается практически до конца. Посмотрите, вот я продавил его, все, вот мой палец выглядывает. Но если его поставить на твердую поверхность и резко ударить молотком, он будет сопротивляться, и вы реально его не пробьете. Он держит удар и пружинит, как будто он сделан из твердой такой резины. То же самое, если скатать из него мячик и бросить о твердый пол, то он очень высоко отскакивает, как будто, не знаю, такой вот резиновый мяч, как будто он и не тянущийся вообще. То есть это очень удивительно. Но именно у этого пластилина, который мне прислали, есть еще одно свойство. Он светится в темноте. Для этого его нужно подержать на ярком свету. Я специально приготовил фонарик, такой вот ультрафиолетовый, который был у меня когда-то в обзорах. Если подержать его, ну не обязательно под ультрафиолетом, можно подержать просто под яркой лампой. Подержать вот так вот какое-то время. А теперь выключаю свет, смотрите, он светится таким янтарным светом, как будто, я не знаю, какая-то лава. Смотрите, как он ярко горит и янтарным таким цветом. Это называется хендгам светящийся цвета янтарь. Это бомба, ребята. Ну что, прикольная штука? Мне очень нравится. Реально как жвачка. Вот вы тянете ее в руках, вот так вот. Не хочется вообще выбрасывать из рук. Класс. А когда-то у меня в обзоре был пластилин, который магнитится. Кликайте на значок подсказки в этом углу, и вы можете посмотреть это видео. Обязательно посмотрите, кто не видел. А теперь по поводу того, как выиграть цветной неокуб. Нужно принять участие в нашем конкурсе, условия которого есть в описании под этим видео. А победителя мы определим ровно через неделю. А на сегодня все, ребята. Всем пока-пока.